прошло взвешивание 140, около 140 спортсменов. Городня, Прилуки, Нежин, соответственно, Чернигов, Ичня, Новгород, Северск. Тренируемся мы где-то 6 месяцев буквально. И приехали на соревнования, это третий раз. Но такой сложности, это первый раз у нас соревнования областные. Три группы у меня есть. И у каждой группы человек по 15. И у каждой из них еще по 4-5 человек, ну, такие хорошие, у которых есть возможности хорошо боксировать, но если они будут систематически ходить.